То есть смотри, раз, теперь смотри, отсюда ногу подставляешь, сейчас, раз, два, и сюда. Не знаю. Так, вот покажи, я посмотрю. Он должен пойти, значит, я посмотрю. Подсечка. Раз. Нет, не получится, не получится, не получится. Не получится. Еще разочек. Давай, ты делаешь подсечку. Да. Нет. Просто только вот это вот. Или сзади, или перешагиваешь сюда. Да, вот это вот. Вот это, да, еще. Кто вот это делаешь? Да, влезаешь, хорошо. Оп. Надо вообще не опираться на это. И тут, оп. Хорошо, стоп. Все, разошлись, заправились. Сюда. Сюда. Видишь, у тебя должен быть вот такой захват. Значит, это или сюда, или сюда. Готов? Джин! Thank you.
ситуации, хорошо, здесь хорошо, так она атаку идет, атака, контр, атака, атака, контр, атака, атака, контр. Это хорошо. Отдохните, еще одна и все. Артемка, не понятно. Вот у тебя сейчас, блин, вылетело мне из головы. Раз, два, Артем уперся. Ты что-то сделал, куда будет плохо видно. Я отсюда вот заметил. Еще раз ты должен вспомнить. Держал. Потом ты взял отсюда, Артем уперся. Ты что-то или взял отсюда, или отсюда руку. Не помню, что ты нормально как прошел этот захват. Вот это надо как-то вспомнить тебе. Ты видишь, он просто знает, поэтому только ты взял отсюда. Артем сразу раз этот перекрыл тебе, чтобы ты не мог, даже если брал, то есть как бы он сразу тебе перекрывает ничего. А ты сделал, что-то сделал отсюда. Какое-то движение, и он остался не убил. Нам еще много схваток. Одна? Одна. Что тебе? Идти уже. А что там? За все строй. А? За все строй. Куда? В садик. А, так ты говори мне заранее, чтобы я тебе... Ну, просто еще 2 месяца, но боюсь не опоздать. Что так поздно ты забираешь? Садик? У них сегодня какой-то, не знаю, что... А, праздник? Да, не знаю. Может, отпущу я тебя? Ну, давай, Артем, а то он сейчас не думает об этом. Ты хочешь отыграться? А, не-не-не, я первый говорю. Ну все, тогда не надо, то у него мысли совсем другие. Все, дергаешь. Куда поступил? Сюда. Все, он... Пиши, пусть пиши. А я тебе 3 минуты попытаюсь. Как-то надо, может быть, научиться